Вы гастролируете? Да, мы много гастролируем. Где? Везде. Да? Много гастролируем и в Москве, и Московской области. В Москве гастролируем, хорошо сказал. По Московской области, и по стране, и даже за границу иногда выезжаем. Ну, как бы да, у нас... Вообще у нас такой коллектив, такой, знаете, как сказать правильно, такой социально... Социально направленный, что ли. То есть, как бы вот, если там какие-то все праздники, день города, там что-то строим, бам. Вот это как раз вот прям... Наша тема абсолютно. Угу. А Москва прям любимый город, да? Вот так у вас несколько раз уже прозвучало. И он и любимый в смысле аудитории. Вы московскую публику не очень любят на самом деле. Да? Ну, вот от ваших коллег, да, я слышал разные отзывы. На самом деле, я коренная москвичка, поэтому я очень люблю Москву. Я даже не представляю, наверное, что могла бы жить в другом городе. Но нас Москва любит. Мы очень часто выступаем в разных парках в Москве. Угу. Да, и я вот просто вижу, как люди нас знают, люди к нам тянутся, люди нас ждут, поэтому я не обижена вниманием московской публики, нет. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».